не быстрые новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Ну, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, blackout. Похоже, замкнул электростанцию в Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов... Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас-то? Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас-то? Thank you.
Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас? Хватит, Роб. Ботать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас-то?
У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Вечно вы с вашей самурайской честью. Ладно, сегодня вам повезло. Скажите спасибо вашему другу Гору. Все получилось. Я в системе. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Я не могу. 私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この店モヌではみんなに役割がある。ミチコは文句を言ってないぞ。ナガ、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。 Гора, система заблочена. Можем начинать. Отосама. Ханако-сама. Анатава. Ойручи, дока, ханаши дакедомо окик кудасай. Саборо-сама ва. Чи но кото о кучи ни шинай. Коре га оре ни декиру сайго но гохоши нано дес. Саборо-сама но ши ни цуйте хинжитсу окасу кото га. Ханако-сама, буре я хатараки токаримасен. Шикаши. Ви, беги! Блядь, блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя двигать. Надо было держать ему в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. О чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Здравствуйте, с вами Джиллиан Джордан и новости 54 в прямом эфире из Джапантауна, где парад в честь покойного Сабура Арасаки окончился массовой паникой. Многочисленные свидетели... ...сообщают о стрельбе на одной из платформ. Именно там должна была находиться в это время Ханако Арасаки.
Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блин, чай? Да. Она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханока-сама, кари га арай но джинбуцу десу. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Простите, что приходится разговаривать при таких обстоятельствах. Я слышу это уже второй раз за день. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. У нас мало времени, Ви. Я понимаю, в эту историю трудно поверить сразу. Вы очень уважаемый человек, поэтому я могу вам доверять. У меня есть к вам предложение. У тебя? Ко мне предложение? Биочип, который ваш брат хотел продать сетевому дозору, сейчас в моей голове. Эта технология оживила меня после выстрела в голову. Но теперь она меня убивает. Один из ваших конструктов, Энграм, переписывает мое сознание. Мне нужно это прекратить, пока не поздно. Я знаю, вы можете с этим помочь.
Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь. Очень плохое предчувствие. У меня очень плохое предчувствие. Съебаться. Так ему. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Пригнись и смотри в оба, а не в коридоре. Выходи!
за хрень? Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою Теперь мать! Нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. К двери не подходи. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блять! Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Такэмура сказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты — живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности.
оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов.